Любовь Витальевна, здравствуйте. Добрый день. Мы знаем, что традиционно в День металлурга на площадке музейного комплекса «Северская Домна» проходят Дни открытых дверей. С этого года этот праздник получает новый статус, он будет называться «Заводская слобода». Что это такое? Чем вы будете удивлять посетителей? Ну, удивлять на самом деле есть чем. Музейный комплекс открывает двери для всех гостей. И не случайно он называется «Заводская слобода». Здесь мы попытались соединить и народное творчество, и какие-то традиции жителей нашего поселка Северский еще с давних времен, и представить здесь уже в современном нашем музейном комплексе. Очень много интересного ждет всех, кто придет к нам. Это и выставки различные, и экспозиция у нас обновлена. Представил свою экспозицию на музей камня город Екатеринбург Владимир Андреевич Пилипенко, директор этого музея. У нас будет открытие музея ящериц, тоже очень интересный проект. Будет работать детская изо-студия, будут работать мастер-классы, будут выступать фольклорные коллективы и дефиле русских платков. Ну вот расскажите, а что такое тантамореска? Мы знаем, что она тоже будет на Заводской слободе. Ну, тантамореска – это возможность сфотографироваться в образе, соответствуя нашему празднику, в образе русской красавицы или бравого хлопца. Сегодня уже все подготовлено, да, к проведению? Остались какие-то, наверное, штрихи, последние приготовления? Да, остались последние штрихи, какие-то добавляем экспонаты, оформляем, ну и, конечно же, ждем всех гостей к нам. Что это будет за праздник? На кого он ориентирован? На детей, на взрослых, на старшее поколение? Или это будет такое мероприятие, куда можно будет прийти всей семьей и отдохнуть, и получить много, наверное, ярких впечатлений? Ну, когда мы готовились к этому празднику, конечно же, мы учитывали особенности всех возрастных категорий, и нам хотелось действительно праздник сделать семейный, чтобы пришли сюда и маленькие дети, и получили удовольствие. И также, чтобы пришли люди старшего поколения, подростки, ну и, конечно же, наши ветераны. Погода не преграда? Даже если будет дождь, мы все равно рады будем видеть всех. И площадки рассчитаны так, что любая погода будет нам не помехой. Вот скажите, вход с верхней площадки, и во сколько начнется праздник? Ко скольки подходить? Мы ждем всех с 10 до 3 в нашем музейном комплексе. Любовь Витальевна, можно более подробно вообще рассказать, что такое сегодня музейный комплекс «Северская Домна», что можно увидеть, придя к вам? Ну, наш музейный комплекс – это развивающийся музей, и он постоянно обновляется. Совсем недавно была открыта экспозиция «Под открытым небом. Мастерская природы». Там представлены все камни и минералы, которые характерны для нашего полевского региона. Очень интересная экспозиция. Также у нас вот в канун нашего профессионального праздника пройдет открытие новой такой не экспозиции, а новой выставки. Эта выставка называется «Архитектура успеха» или «Молодость старого завода». Здесь будут представлены объекты, строящиеся объекты, те, которые уже построены за последний период. И реализуется проект, очень интересный проект «Нет границ мира, есть точка опоры». Это то, как можно соединить промышленность, наше какое-то художественное видение и музыку в одном месте. И также у нас открывается памятник рабочим рукавицам, которые тоже впервые все посетители музея могут увидеть в эти дни. Ну, что показывает опыт? Не первый год проводите День открытых дверей. Кто приходит и сколько вообще человек в среднем посещают музейный комплекс за праздники? За праздники, за Дни открытых дверей посещают более 2000 человек. Конечно, это всегда в первую очередь ветераны завода. Они приходят для того, чтобы прикоснуться к истории, прикоснуться к своей жизни, ведь они это тоже часть истории нашего завода. Приходят те, кто работает на предприятии, с большим удовольствием видят то, что хранится, сохраняется, и гордятся этим. Приходят дети, они наше будущее, и им тоже всегда интересно бывает здесь. Очень много гостей приезжают из Екатеринбурга, из других областей, и даже стараются подгадать именно в эти дни побывать у нас, потому что действительно
не необычные, очень интересные. И музей выступает не только как некий такой объект, который рассказывает об истории предприятия, но это один из культурных центров нашего города, и поэтому он здесь выступает в разном ракурсе, и есть возможность поучаствовать в разных проектах. Мы напоминаем всем нашим телезрителям, кто хочет посетить музейный комплекс «Северская Домна» в ближайшие выходные, то, что вход будет открыт с верхней площадки, да, с 10 до 15 да. часов, и вход совершенно бесплатный. Конечно. Спасибо вам.